Задача айкидогов – расслабиться. Семилетний Богдан Удод эти упражнения повторяет уже второй раз за день. После занятий в своей группе остался со старшими. Очень хочет научиться технике, как у японского сенсея Кацурады Эйджи. И хоть пока не все получается, смысл, почему надо заниматься айкидо, для себя юный спортсмен уже уловил. У нас был макар такой надоедливый, который всегда лезет просто так драться. Я Кирилла защищала, его не учили, я его защищала. И мне так говорят родители: если ты покинешь айкидо, тогда ты пойдешь на балетные танцы. Надо до конца. Идти до конца, до стертых коленей, растянутых мышц. Здесь, говорят, айкидог занимается усердно. А значит, с легкостью может повысить свои IQ или дан. В этом году на это решили 74 благовещенских спортсмена из 350. Но перед этим каждый должен освоить новую технику – эриминаги. Плавный захват соперника. Без тренировок ее не выполнить. Сначала учим некоторый набор самых обычных приемов. Я помогаю в будущем усложнять эти приемы, добавляя в них новые элементы. Обучает новым элементам благовещенских айкидоков японский сенсей уже в шестой раз. Когда приезжал впервые, то демонстрировал совсем другую технику. Она была жесткой и резкой. Но из года в год стиль Кацурады эволюционирует. Его техника становилась мягче, плавнее. И, скорее всего, это связано не с тем, что он именно так в те годы делал так, а сейчас именно более мягче стал. Нет, это, скорее всего, метод обучения, потому что надо показать людям, что айкидо, оно может быть и такое, и такое. Какую технику сенсей станет демонстрировать в следующий приезд, пока остается секретом. Но местных айкидоков он точно удивит. Кристина Слепцова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».